Всем привет, с вами Кодзер. Сегодня будет обзор профессиональной бумаги от Баохонг S8 серии. Вот так выглядит упаковка от этой бумаги. Как вы видите, это 28 на 38 сантиметров. И я хочу сказать, что с обратной стороны, то есть с лицевой стороны, я эту бумагу уже попробовала. И такова история, что я записала процесс и очень радовалась, пока она была мокрая, но стоило ей высохнуть, она стала не такой прикольной, как мне хотелось бы. В итоге ее качества не такие хвалебные, какими я ее нарекла, пока рисовала по-мокрому. И кайма там сильно выраженная, поэтому я решила с обратной стороны все протестировать, потому что академическая серия оказалась с подвохом, и с обратной стороны на ней можно рисовать с такими свойствами, которые меня еще устраивают, а с лицевой она слишком гладкая и не впитывает бумагу. Здесь как будто бы плюс-минус что-то похожее. На обратной стороне она более шершавая, при этом текстуры такой нету, как на лицевой, но лицевая сторона, даже имея какую-то там текстурку легкую, она при этом более гладкая, чем обратка. Обратка имеет некую шершавость. И заранее проверила, нормально ли это все-таки бумага с обратной стороны, потому что у меня были надежды. По мокрому она в разы интереснее себя показала, нежели академическая серия. И вот эти два рисунка я быстренько сделала, покрасила, вернее, без записи. И выглядит все плюс-минус интересно. Я думаю, в дальнейшем буду пользоваться этой бумагой. Сейчас покажу вам процессы. Смочу сначала, наверное, все-таки один портрет нарисую. Там у меня в первый раз была проблема, я решила из всех набросков, там было три, их параллельно отрисовывать, и влаги не хватило. А здесь вот более маленькие изображения, я вот думаю, можно попробовать то же самое сделать и с остальными набросками аккуратненько каждый по очереди покрасить. У меня еще была такая проблема. Я пока записывала первый видос, у меня еще и батарея на мобиле села, я записываю на мобилу процесс, поэтому пришлось ждать. И вот пока я ждала, я параллельно все это всякое поделала. Наброски сделала еще дополнительно. Еще есть такой момент. У меня было два скотча. Один закончился, а другой оказался не такой мощный, как тот, что закончился. И в итоге эта бумага слишком сильно сопротивляется фиксированию к мольберту, поэтому так ее сильно воланят. Тут уже все выглядит достаточно приятненько. Ну и да, уж первый мокрый слой точно будет работать как мне надо. Еще я хочу попробовать белкой здесь порисовать, потому что заметила, что есть у меня один клонок, он слишком жесткий, поэтому он смазывает покрытие краски, везет за собой. Он действует как обычно, даже дальше от кисти с акварелью. Вот на волосах могу продемонстрировать, как по-сырому оно все здесь очень красиво расплывается. Когда говорю про хорошую акварельную бумагу, я от нее ожидаю как раз вот таких вот свойств. Такое все легкое, конечно, получается. Я более большими кистями, нежели обычно, решила это все покрасить, поэтому тут такое все воздушное. Можно подождать, когда здесь все подсохнет, чтобы еще добавить слоев и посмотреть, как оно все будет работать. Попробую сейчас следующий портрет пока покрасить. Он явно будет у меня темнее, потому что здесь капюшон есть. А если что, вот этот грязненький цвет, он белильный и очень много намешанный. Да, я в последнее время начала иногда пользоваться белильными акварельными цветами или даже что-нибудь намешивать немножко, совсем чуть-чуть. У меня на палитре осталось после одного рисунка, где я прям пыталась все пастельненькими цветами сделать именно. Интереса ради проверить, есть ли смысл вообще в этой акварели. Ну, плюс-минус. Мне понравилась эта иллюстрация, так что иногда можно поделать что-нибудь этими пастельными цветами, да. Ну, вопросов никаких к бумаге, очевидно, нет, пока она влажная. Влажная она подольше, чем академичная серия, пока что по ощущениям, да. Так, ну, вот этот вот рисунок весь с большим количеством воды был, поэтому здесь некоторые виды не очень прикольные каймы. Ну, не очень привычные для меня каймы, я бы даже сказала. Я обычно такое количество воды не использую, я делаю более яркие, значит, более густые рисунки. Тут, похоже, это можно считать экспериментом относительно тех моих прошлых работ. Опять-таки получается какая-то очень легкая картиночка. Знаете, мне даже не хочется ее затемнять.
Ну, похоже, подход к этой бумаге я явно нашла, помимо своих обычных техник. Сейчас попробую еще добавить красного в финрию портрет девушки, которую я рисовала в первую очередь сейчас за видос. Слишком красный. Сейчас буду разводить. Возьму другую кисть. Я взяла супер большую сухую кисть. Просто заблендила. Вол. Идем дальше. Опять много воды сейчас разведу. Так лучше, кажется. Потому что этот красненький еще станет побледнее. Еще бы сбавить интенсивность хотелось бы. Наверное, да. Да, вот такой красный уже получше. Это румянец, если что. Ну что ж, пойдем Беглову добавлять цветов. Я, кстати, помню, как искала маркер для волос Бедлова, потому что у меня вечно в спиртовых маркерах его цвет волос всегда разный. Хотелось бы один уже какой-нибудь, который меня плюс-минус бы удовлетворял, найти и просто им пользоваться. Пока еще не нашла. В акварели, правда, у меня есть любимая смесь. Это из базовой палитры шминки использовать холодный красный. Фиолетовым таким отдает, ну да, холодный красный уж, плюс свой тепло средний красный от Daniel Smith мешать. Я все время забываю, как он называется, по-моему, Scarlett. Он такой базированный, я бы сказала. Это я его люблю для тенюшек использовать на коже красных. Что ж, сейчас быстренько хочу попробовать графичные тени на Бедлове сделать. Губы слишком неправильно покрасила, сейчас попробую смазать. Я, кстати, так бывает, иногда делаю, как видите, помогает убрать лишнее, если все достаточно свежее. Эффективнее, наверное, бумагой, но бумага, она прям впитает в себя, то есть не бумагой, а салфеточкой. Да, опять-таки, бумага, салфетка впитает в себя, а вот пальцем можно на коже оставить влагу эту и, так скажем, заблендить. Если что, я очень часто руки мою, поэтому, когда рисую, они у меня чистые, не жирные. Разве что, если я несколько часов подряд рисовала, сидела, то в таком случае не могу что-то испортить, испачкать. Но обычно за бумагой я так долго не сижу за одной, без паузы для того, чтобы встать с места. Так, Бедлов реально выглядит интересно. Возвращаемся к фенрии. Еще добавляем красного. Боюсь, там слишком воды много я развела. Что я думаю? Я, похоже, буду еще пользоваться этой бумагой. Вот когда она закончится, я еще подумаю, буду ли я следующую такую же брать или нет. В отличие от моих первых ощущений, самых-самых первых, мне показалось, и мне удалось обмануть первыми впечатлениями, что бумага классная. Я подумала, что пора ее закупать в прозапас. Кстати говоря, про кайму, посмотрите на фенрии. Это каймы, даже с большим-большим количеством воды. Если она и присутствует, то она не такая навязчивая, как могла бы быть. Мне есть чем сравнивать с обратной стороной. Под конец я покажу все это дело и с обратной стороны. Вообще, мне было бы интересно узнать, у вас, у зрителей, кто-нибудь находил себе удовлетворительный сатин от Бахонга или вообще хот-пресс хлопковый стопроцентный, чтобы был не супер дорогой и при этом работал плюс-минус какой-нибудь другой бюджетный хлопок, но при этом фактуры не сатин. Я, например, бюджетный сатин так и не нашла. Так что было бы интересно послушать ваши рекомендации. И можете оставить информацию, где вы приобрели прикольный бахонг, если он у вас хлопковый. Если он у вас похож по описанию, как тот самый мой легендарный кусочек единичный, на котором все хорошо работало. И с двух сторон, кстати. Мне чисто интересно. Вообще, если посмотреть, вроде бы как у них больше нет такой бумаги. Я, кажется, их все линейки посмотрела, перепробовала. Ну, а теперь самая контрастная часть. Затемнение. И мой любимый индиго на фон. Ух, время доставать мои любимые крошечные кисти, которыми я обычно 70% работы делаю. Вот такие. К сожалению, она еще и люфтит. Крутится и вертится. Ее бы зажать, конечно. Где только я тут деталик не добавляла. Могу сказать, что пока что мне эта бумага нравится. Ну, на фоне всех остальных она выглядит лучше. Знаете, что я хочу вам показать? То, как я быстренько нарисую фенрию в углу слева. Я для этого все есть.
И кажется, я случайно решила это сделать по-сухому, и это сейчас может выглядеть грустненько. Ну что, рано или самое то? Румянец тут слабенький будет, расплывется белым. Слишком много воды, возможно. Хе-хе-хе. Вот такой вот румянец сделаю. Сильный. Да. Видно, что работает все прикольнее, чем у меня было до этого. Выглядит это все в разы интереснее, чем все прошлые попытки по результату, по качеству бумаги. Да, большой такой черновичок. Лист для набросков получился. Ну что, как и обещала, покажу, что с обратной стороны. Или дождемся, когда это все высохнет. Думаю, давайте сделаю переход, когда это все высохнет, и потом я это покажу с обратной. И вот такой вот переходик, и здесь уже все высохшее. Эти картинки получились удачные, и тем более они удачные относительно вот этих вот штук. Наброски здесь мне, конечно, я думаю, побольше нравятся, чем с обратной стороны, но именно поведение акварели меня здесь не устраивает. Здесь на фенрире можно увидеть, какие разводы были от красных теней, и кайма достаточно ярко выраженная. И еще вот эти вот моментики меня тоже не очень сильно устраивают. Если вернемся к удачной половинке, смотрите, здесь кайма, она не везде такая, как с той стороны. Хотя мы помним, что здесь огромное количество воды было, и при этом все это не так сильно повело. То есть, сравнивать страницы, то обратку я делаю для себя лицевой стороной. Сейчас я вам покажу, как выглядит текстура вблизи на чистом листе бумаги. Видно вам? Нет, это я уже на монтаже буду рассматривать. Ну вот, кажется, да, вот так вот даже я вижу на превью с мобилы. Видно, что здесь есть какая-то текстура. И вот мы переворачиваем. И вот здесь она уже не такая ярко выраженная, в отличие от этой стороны. Не знаю, видно сейчас вам или нет, но здесь еще водяные знаки, что есть на бумаге. Вот так вот, на такой нотке. Плюс-минус, наверное, даже позитивный, можно завершить тест этой бумаги. Спасибо всем за просмотр, всем пока!